Квадроманьяки, представляют. Чудо-ходы. Неважно, в каком ты клубе. Главное, в душе ты квадроманьяк. Ты сети ставишь? Бесплатно смонтировано Родиончиком Red для чудо-ходов. Вот так вот надо. Собрались мы сегодня в такой компании. Три гризлика, Кадьяк, две ЦФ-очки. Как настрой? Огонь. Огонь. Пылесос, а ты как? Вы готовы ехать? Вот ты готов? Чудоход старший. Я ездить не умею. Первый раз попробую, как. Да? Да. На чем едешь? Я? На унылой же повозке. На унылой же повозке. Ну-ка дай-ка я посмотрю, что это у тебя тут такое. 34. 34 Ямаха. Еду на пожарной машине. Пожарная машина? Да. Тушить сегодня будем. Ладно, поехали. Вот мы начали ехать. Небольшой болот. Ну такой, коверчик. Ямочка. Там детишки наши едут. Сами вы утонете. Вот наш Кадьяк неубиваемый. Вот это да, да, вот это уровень. Там пылесос от нас отстал. Пылесос! Пылесос! Нет, туда там. Давай, давай! Пылесос ползет. Федор там уже предостряял. Тут такой коверчик у нас тоже интересный. Вот так едет наша унылая же повозка. Правда, не Х6, а Х5. Ну чё, как толкается? Нормально? Там наш мой брат с отцом выталкивает нашу цепочку. Такое маленькое интересное болото здесь образовалось. Быстро мы его отфорсировали. Вот так вот мы катаемся. У меня, к сожалению, квадрик сломался. Сальник на вариаторе потек. Вот там дальше поинтереснее. Вот так вот все проезжается. Замечательно. Пока они там толкают, а прокачусь, пожалуй. Пока Паша не видит. Оп, поехали, поехали. Вот так вот колонны потихонечку уползают, едем. Пока все хорошо. Перебежал я на этот островок. И тут какие-то черти что-то пытаются сделать. Не знаю, за что они соревнуются. Наверное, кто первый утопится. Ой, там один чуть дерево не сбил. Ну, кто первый, кто первый? Боря первый. Вот и тут это самые останки молодежи. Кадьяк, как всегда, самый первый. Чё, как вариатор? Вот так вот весело все проехали. Крючок. Ползет, ползет. Там Борис полетел. Вот. Пробка. Посмотрите по Яндекс пробкам, там не стоит ничего. Че, о, папочка летит, как угорелый. А это наш Сережа. А это пылесос. У нас больше всех уважает. А это Паша Ёжик в тумане. А это наш Борис. Мы
Слышите, как пылесос гудит, да? Как обычно, сходу летит, все технично проходит. Ну что, вот мы на обед остановились. Как ваши ощущения? Ощущения потрясные. Потрясные? А как техника? Не подводит? Не подводит. Сальники вариаторные не текут? Не текут. Не текут. А у меня текут. А как ваши ощущения? Ну, слушай, нормально на самом деле. Не дымит? Ну, нормально так подымливает, как баня. Подымливает, да? Ну, в этом квадрике уникальная функция, называется стелс. Если ты едешь сзади него, то квадрика ты не видишь. Все. Ну что, как твои ощущения? Расскажи нам. Не проходит. Ни разу, кстати. Полный привод ты включил? Нет. А я еду. Цепка рвет, грызла. Сейчас будет ад. Андрей, ты тогда ад? Вперед иди. Ну. Прыгайте! Долби мой лед, но не замерзай. Сколько ни завязывай, не завязать. Вот, Сергей проехал. Федрина, сходу! Федор сам. Давай! А это ж коньячок! Заводи быстрее! Поднимай быстрее! Вот он такой у нас легенький. Болото Пати. Заводи, Пахан, заводи. Да вы его заводите, ё-моё. Паш, заводи! Заводи! Паш, не заводи, не надо! Включи, пожалуйста! Вот, по-моему, у него вода в моторе. Мне что-то так кажется. Как хорошо, что маленький и легенький. По-моему, у него вода в цилиндре. Вода попала? Ну что, Саша, кто теперь утонул? Ну, помогай. Давай, хватайся, Петя. Давай. Давайте снимай эту цену. Почему ты думаешь, что вода? Почему вода? Слушай, вон он тряпнул. Почему вода? У него шноркель такси, а он лезет в какую глубину? А это шноркель у него здесь? Здесь нету. Самого главного и нету. Че, я так же? Я радуюсь, что у него хоть сапун на руку стоит. Так, ну что, уже на козла давно поставили бы это самое. Давай вперед, еще толкнем маленько. Что, у него там целый фильтр-бокс воды. Сейчас снимаем очередную реанимацию утопленника. Вот у него тут все красиво. Вот, Андрей снимает Андрея. Сейчас смотрите, сейчас еще плюс один утопленник будет. Газу!
Ой, тут дождик покапал. О, давай. Здесь. Вот и пылесос переехал. Тут у него тоже болото небольшое. А что, теперь наше это самое? Сусанин. Давай! Он потихонечку. Он как пенсионер. Потихонечку. Куда им торопиться? Потихонечку. Вот так вот мы медленно спустимся с горы и накажем все стадо. Ну, в общем, вот, проверили, эмульсии нету. Воду отсюда выкачали, сейчас надо грязь будет убрать. Надо только найти свечку после какого-то рукожопа. Вот, ну, свечку это найдем. Сейчас надо... Открутили мы свечку и профукали цилиндр. Профукивается очень просто, надо просто открутить свечку и крутить стартером, пока вся вода не вылетит. Что, мастер-класс от Бориса. Оп. Оп, вот и Борис спокойненько. Спокойненько, абсолютно технично, как обычно, все проехал. И в конце застрял. Вот и поехали. Два пенсионера наших. По-пенсионерски. Там Пашечка через кусты где-то ползет. Чё, как пенсия, дай газу! Вон там Пахан устроил дымовую завесу. Ползет Пахан, ползет. Здесь пенсионер ползет. Наш ежик в тумане выбрался из болота. Пенсия. По-другому не назовешь. Ну дай ты газу. Конечно, не по катушке чеховские где-нибудь там по полю катают. Ой, ну чё ты, газ кончился. Молчит, дает ответа. Там что-то паханчик наш дымит. Ползет все. Чё? Ну какие шнуркеля сделал, так вода и попадает. Теперь пенсионер Борис. Вот что-то там тоже пытается. Что-то он там пытается на задних колесах поехать. У него, видимо, воды в вариаторе нету. Вот так он быстренько проехал. Сейчас, наверное, он остановится, где-нибудь воду в вариатор сольет. Слушайте, здесь засасывает, остаю. Меня уже выше, чем по щиколотку засало. Ой. Борис полетел. Сейчас он подвытолкнет папу, наверное. Летит. Вау. Вот. Подтолкнул волной папочку, и все сразу пошло. Вот Батько
водой в вариаторе буксует, то есть. Бревно. Оп. Летел. Море его там какой-то вымышленной веревкой тянет. У него, походу, очень хорошо даже получается. А это... Кутьячок, у которого вода на свечку попала. Проголозовался, продымился и поплелся дальше. Слушайте, я теперь понял, почему вейдерсовые ботинки такими здоровыми делают. Это чтобы площадь опоры была побольше, чтобы не проваливаться. Очень даже полезно, когда пешком ходишь. Вот они какой-то тут ужас нашли. Боря прыгнул. Боря встал на задние колеса. Боря выиграл. Все, котяк объехал. Сейчас там папа что-то попытается сделать. Ой, Боря застрял. Боря выехал. Боря поехал. Все, у него гризлик на задние колеса пытается встать. Сейчас опять понтярщик на задних колесах. А нет. Вот так вот надо. Что-то он там подсел. Блокировочку! Да ладно, блокировка для силбаков. На задних колесах. Слезь, толкни, пап! Слезь, толкни, он выйдет. Что-то там захрустело. Но это палки, по-моему, какие-то. Вот, поехал. Мы с Паханом на кадике все это объехали. Вот. Пылесос! Слезь с него! Пылесос! Слезь и толкай! Вот дальше. Пылесос, блокировочку включи. Заглуши мотор. Заглуши! Смотрите, кто едет обратно. Не выдержал душа поэта. Собрал квадрик от пылесоса. Мы не видим. Ставит проект пылесос. И он, как обычно, как лошара, последний застрял. Море едет. Ветер догоняет. Папе догоняет. У нас кое-кто догонял. Дырочка такая. Что сами это делать?
вечериночка в самом разгаре. Папа буксует и выехал. Бог в помощь. Оп. Пылесос, который смог! Нет, его, толкай! Пылесос, который смог, посмотрите! Чё, справился? Чуть-чуть вперед. Чё случилось? Ещё чуть-чуть! Давай назад! Там тоже развлекаются. Так, они там выкарабкиваются, выкарабкались. Ну чё, как дела? Кружок, очумелые ручки. Чё, клюёт? Клюёт! Боря вылезает, вылезает, вылезает. У него почти тоже получилось. Федора там тоже выталкивают уже. Деда поехал. Да нормально! Ну вот, чё, бобровничек наш знаменитый. Вот они тут гонят. Кто-то уже плывет. Вот такая вот веселушка у нас здесь сегодня. Вода холодная, что-то, ребят, лед на воде. Холодновать. Оп. Боря плывет уже. Чё, как плавается? Боря полетел. Знаете, что я понял? То, что у меня правая сторона вейдерса текет где-то. У меня где-то с правой стороны вейдерса текет, правая нога мокрая. Звездочка, и фары выключите. Ты что, починился телефон? Нет, это Борит. Айфон. Помогай Боре. Да, айфон говно. Да, да, да. Я даже выплевывать воду. Смотри, засни. Смотри, прикол. А, нет, сейчас уже не так.
О, это я заснял. Заснял? Да. Деница! Ну чё, ну как? А? Как ощущение? Главное держать равновесие. А где же сиденье? Оп, идем, идем. А мы здесь ехали еще. Неважно в каком ты клубе, главное, что ты.